Скажите, у меня одного такое происходит, когда я смотрю разные мотивационные ролики или ролики людей, которые чему-то учат, обучают, там один человек супер идеально выглядит, суперспортивное тело, другой идеально готовит, там третий рисует, четвертый говорит на английском языке просто шикарно, еще знает мертвые языки и говорит шикарно на шумерском, а ты такой весь какой-то скромный, тихий. Там что-то ни хера не умеешь, тут что-то пытаешься, пыжишься, как-то развиваешь свои таланты, но в итоге в спортзале у тебя плохо получается, и готовишь ты, в принципе, более-менее так, но не идеально. И ты смотришь на это все, и появляется какая-то небольшая апатия, и думаешь, да что же у меня руки-то из жопы растут, а? Смотрю на других людей вот в интернете, и они действительно идеально готовят, идеально выглядят, идеально рисуют. С английским нет проблем, еще и мозги хорошие. И так как-то неловко становится за себя. И действительно ловишь себя на мысли, а может быть все-таки что-то со мной не так? Ведь я реально стараюсь. Я правда хочу чего-то добиться. Я иду к этому. Да, я ленивый, я это не отрицаю. Но я реально стараюсь. Интересно, я не один такой? Потому что я так загоняюсь иногда по этому поводу.